Парад для одного героя. В Махачкале для ветеранов войны проходят персональные концерты. На этот раз индивидуальный праздник для героев устроили сотрудники Минмолодежи Республики совместно с моряками Каспийской флотилии. Несмотря на ситуацию в стране и мире, подвиги солдат Победы не могли остаться незамеченными в этом году. Под окнами ветеранов был представлен настоящий фронтовой концерт. Любимые песни для ветеранов исполнили артисты эстрады и военного оркестра. Атмосферу праздничного представления дополнили стилизованный автомобиль, передача копии Знамени Победы и памятных подарков ветеранам. Музыкальный подарок не оставил равнодушными и жителей близлежащих домов. Они также поддержали музыкантов. Добавим, что акция будет проводиться в Дагестане до 9 мая.